Добрый день. 25 апреля 2021 года. Весеннее укрытие большой теплицы. Покажу, как уже состояние. Лора уже проснулась. Хотя с краю. Новошахтинский тоже мускат проснулся. Сенатор Павловского тоже уже. Крупные побеги. Пока еще нормировку не делал бочек побегов. Выборочно кое-где почки отщипнул. Много надо убирать столетия. Надо посмотреть, как он в этом году. Ну, только-только просыпаться начал. Всегда последним. И Тассон, красавчик. Проснулся. И гигантелла в мешках уже тоже собирается свисти на бутонах. Потомок тоже ризомата. Кое-где почки уже открылись. Блестящий. Тоже уже почку лишнюю удалил сразу. Вторую. Блестящий тоже тянет все, что дает. Аладдин, похоже, пока спит еще. Хотя нет, уже тоже уже почки. Тоже почки уже открылись. Гарольд, молодец. Во всю. Химрод пока непонятно, а кое-где есть почки проснулись. Так обычно тут уже как-то тоже из последних. И красотка всегда долго думает, хотя место самое солнечное. Так что пока идем так. Клубника уже Макси зацвела, скоро ягоды будут.